Накануне проведения маневров по плану в конце апреля прогноз погоды не предвещал особых погодных отклонений от нормы. Гром ствольной артиллерии, рев залповых систем потрясали территорию полигона Катакурган Центрального военного округа, ознаменовав учения артиллеристов всех военных округов. В соответствии с планом лагерного сбора по сигналу боевой тревоги артиллерийские подразделения войск совершили марш комбинированным способом в составе колонны с железнодорожным транспортом из пунктов постоянной дислокации в указанный район. Прибыв в обозначенный район проведения тактических учений, артиллеристы выполнили ряд задач по приведению подразделений в боевую готовность, подготовке техники, вооружения и приборов к работе с размещением орудий в окопы. Личным составом проведена работа по установке связи, проконтролированы вопросы точности и ориентирования орудий и определения координат огневых позиций и командно-наблюдательных пунктов. За основным этапом тактико-специального учения с артиллерией в стратегическом масштабе наблюдают представители руководства и ответственные офицеры Минобороны. Точность, эффективность и быстрота действий. В боевой стрельбе привлечена артиллерия всех калибров, от минометов до дальнобойной реактивной артиллерии крупного калибра. Отрабатывались новые способы ведения огня с учетом зарубежного опыта последних военных конфликтов в мире. Впервые проведена тренировка по стрельбе и управлению огнем с военными округами в масштабе Министерства обороны Республики Узбекистан. Выполнены огневые задачи с корректированием огня артиллерии с применением разведывательных беспилотно-летательных аппаратов. Огонь велся по мишеням сходу, а также со смены огневых позиций и артиллерийской карусели. На огневых позициях батареи и дивизионы, которыми в ходе полевого выхода были отработаны учебные вопросы по тактике применения артиллерии, в том числе эффективная организация практических стрельб днем и ночью с обеспечением слаженности действий подразделений. В результате точных и быстрых действий артиллеристов все условные цели противника уничтожены. В ходе тактических учений мастера артиллерийского огня мастерски в очередной раз проверили свой навык и укрепили опыт. Узбекистан Республикасыга!